Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 14 мая 2021 года. И я хотела по просьбе моих подписчиков показать сегодня наших малышей, Князюшку, Кардинала, Маргошу, Люси, Мишутку на улице и сделать свежие фото на фоне красивых... На фоне красивой природы у нас уже цветет черемуха. И я думала, что у нас получится сделать красивые видео и фото, показать, как изменились наши малыши. Ну вот в естественных таких природных условиях, на красивых цветущих фонах. К сожалению, сегодняшний день у нас прошел с дождем, то есть вот... Утро начиналось с солнышком, малышня вся погуляла, но была влажная еще трава, роса. И я хотела дождаться, когда будет уже день, высохнет вся травка. И тогда можно было бы пустить малышей по травке погулять и на красивом фоне сделать свежие фото. Но вот буквально где-то часов с 12 появился очень сильный ветер такой порывистый, который, к сожалению, вот уже... Днем пригнал нам такие тучки, не то чтобы совсем уж ливень, но все пасмурно затянуто. И изморозь идет, то есть не для прогулок малышни. Но я надеюсь, такая погода у нас ненадолго. Я смогу попробую сделать фото на зеленой травке и прогулку малышей показать на видео, если, конечно же, получится. Но пока погодные условия не позволяют, наши малыши здесь чувствуют себя, конечно, отлично, в комфортных, теплых комнатных условиях. Нам скоро 16 и 18 мая исполняется 2 месяца. Поедем получать документы, ставить татушки, первую прививочку малышне. Поэтому, в принципе, нам сейчас, конечно, никакого резона нет морозиться на улице и, не дай бог, подпростыть. Нам сейчас это нельзя. Просто вчерашний, позавчерашний день у нас был... шедеврально теплый, даже, скажем, знойный, душный, жаркий. И я не боялась погулять с малышами, но не хватало времени. Занимались своими делами, посадили теплицу, хотели, ну, то, что хотели, то сделали. Сегодня папа строит второй курятник большой, птичек надо расселять. Каждый день находятся какие-то, ну, вот, срочные, неотложные уже дела. Поэтому за погодой нам как-то, ну, не получается вот так вот уследить и сделать все, что хочется. Ну, малыши чувствуют себя отлично, подросли, стали более активные, игривые, как и положено малышам в этом возрасте. Евочка уже оттекла и пошла вместе со всеми в большую комнату гулять, играть. Вот так играет у нас ламбада. Посмотрите, какой смешной у нее окрас. У нее с правой стороны вся ножка задняя коричневая, а с левой стороны белая. Зевсик по-прежнему не нашел себя еще пока. Любящих и заботливых мамочек и папочек. Парнишка полностью готов к переезду в новый дом. Два братишки. Кардинал и Князюшка. Два нарядных колобка. И Мишутка с ними. Эти мальчики готовятся к продаже. Вот после получения документов и прививки готовы будут переехать в Санкт-Петербург в новые семьи. За пределы Санкт-Петербурга карантин 21 день, за пределы России 31 день для вывоза. Маргоша, ты чего?
Люся все больше и больше покрывается крапушками. Не знаю, передает ли это камера, но я сегодня сделала смешные фото, когда они опять все вместе в одной лежаночке спали. И Люся как раз спала, как это, на боку. И видно было, что она ну просто вся в крапушках. Весь такой веснушка, счастливый ребенок, любимый солнышком. Какие зубастые мальчишки у нас тут. Ой, Дуся нянюшка всех намывает. Так, малыши. Малыши кусают меня за ноги. Ай, больно-то как, а? Зубастики. Так, зубастики, у вас для этих целей есть игрушки. Ой, да вы с ума сошли, как больно. Самый бандитский возраст начинается. Да, только пережили вот этот возраст кусачий, гавкучий с Зоськой и ее компанией. Теперь вторая партия подросла кусачих, гавкучих, царапучих, да. Ну вот примерно как-то так проходит день у наших малышей. Кушают, спят, играют, веселятся. Очень хотят общаться, просятся постоянно на кровать. Но таких малявочек не берем, потому что вы видели, как они даже на полу умудряются перескочить друг через друга, через маму, через тетю и упасть, а с кровати последнее видео мы снимали вдвоем с мужем. Это был Зевсик и Кардинал, которые постоянно норовили прыгнуть на пол через все наши загородки, перегородки. То есть возраст самой такой малышковой активности. Не боятся высоты, поэтому очень опасно. И, в общем-то, остается только либо вот так наблюдать за тем, как они играют, либо на ручки брать и держать. Если хочется покрупнее мордочку сделать. Так, это у меня течные тут развлекаются, девицы. Девушки в течке, в страданиях. Да, да. А Маргошки в кадр хотят. И Люськи.
Элиуски, да. А Мишута тут с вкусняшечкой. Лись, покажи, какая ты вся в крапушках. Вся в крапушках, со всех сторон в крапушках. У Ламбаты тоже есть крапушки, но не так много. Люська, ну просто вся. Кто тут тоже хочет в кадр? Кто ж тут тоже хочет в кадр? Надеюсь, завтра будет хорошая погодка, и, возможно, у нас получится пофотографировать детишек на фоне природы. На этом, дорогие друзья, на сегодняшний день я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошей погоды, отличного настроения, крепкого здоровья вам и вашим питомцам. Увидимся завтра. До новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Всем пока-пока!